Здорово, танкисты! С вами канал Индомита. Вот сегодня у нас очередной смотр крутого боя. Смотр реплея на челленджа. Нас ждет сумасшедший красивый бой, много урона и фрагов. Не отходим от экранов, ну а мы с вами начинаем. Итак, у нас челленджер, господа. Игрок Рипс Z. 56% побед данного игрока. Сегодня он нам покажет красивый бой на ПТ-шке. Челленджер, быстрая КД, хорошая подвижность, точное орудие. Есть все для того, чтобы сделать красивый бой. Я надеюсь, мы его с вами увидим. Я, как и вы, его смотрю впервые. Покончим с ними! Да, покончим с ними. Рип Зет едет занимать ПТ-позицию. Сейчас посмотрим, какую он на этой, на Эльхалуфе выберет. Команде противника, как у нас, 2 ЛТ, и засветиться равносильно смерти. Посмотрите, какое количество ПТ-САУ. Просто. В бою практически одни ПТ-САУ. Блин, опасная позиция. Без прикрытия, без кустов. Но риск – благородное дело. Нужен засвет. Есть. Супер Хеллкэт. Это мне нравится. Да. Все, в ангар поехал. Е-25. Так, так, так. Оп, есть. Ангар. Еще 2-1. Хорошо постреляли. Реально опасная позиция. ЛТшки врагов еще не светились. Вопрос, где они. Так, а вот и челленджер. Такой же челленджер. Надо его... Вывел его из строя. Эх, каточек. И это все? Все, челленджер поехал в ангар. Так, так, так. АТ-8. Оранжевый, да. Оранжевый, опытный игрок. И это все? Шучу. Эх, тяжело пробивается. Вот это громадина. Да, громадина. Не знаем. Откисла она, не откисла. Так, а вот ЛТ, вот. Добрый день. Один есть. Первый фраг. Супер Чафик полетел в ангар. Кстати, заходим. ПТ-шка там так и стоит. Оп, колесничек. Но расстояние мы не должны засветиться. Все, он отлетел. У врагов не остались. Не осталось ЛТ-шек. Вообще странная раскатка, у врагов тяжелые танки, такие как Тигр 131, а и бонус код не поехал своевременно воевать на фланг тяжи, я думаю, наши там должны продавить. Наш игрок принимает решение поддавить. Так, так, Сташечка, не-не-не, уже не возьмем ее. Все, в поджим едем. Вы посмотрите, какая хорошая подвижность у ПТ-шки. Хорошо. Быстро меняет позиции. Ну просто блеск. Очень шикарная ПТ. Вообще, челленджер это, конечно, годная тачка. Так, там бонус-код катается слева. Интересно, где Тигр 131 стоит. Надо его найти и убить. А что с ним церемониться? А вот и тигруля. Просто подарок. Шрам останется, загляди. Подарок бортом. Ой, хорошо. Миленько. Так, так, аккуратно. Так, он в движении, можно стрелять. Есть. С поджогом. Хорошо пошло. Все. Садюк заказывали. Сгорел на работе наш тигр. Тут ЛКВ-ха. Внимание, внимание. Оп. Получи. Надо ее срочно забирать. Надо срочно забирать ЛКВ-ху. У нее тоже ДПМ есть.
Отлично. 2400 дамага, 650 на света, сумма уже 3К. Ребят, не забываем, это всего лишь 7-й левел. Так, а вот и АТ-шечка, надо ее так, так. Лючок, вот он. Есть. Было ваше, стало наше. Господа, какая точная пушка. Ну как приятно играть на челленджере. Так, ИСТА. ИСТА. Есть. Есть, слава богу. Нам всего лишь дали кончится. Надо болеть. Ой, хорошо. Хорошо. Все, ИСТА шотный, по сути, поехал. Эх, Артар. Эх, Артар, да, да. Так, бонус код. Ой, было бы здорово к нему заехать, например, в заднюю филейную часть. Надо бы объехать. По низу, давай. Вот, красавчик. Вот, все правильно делает. Бонус код. Но, кстати, нужно аккуратно. У бонус кода нереальная альфа. Пушечка-то фугасница. Может и заваншотить. У нас всего лишь 775 кп. Прям реально аккуратно. Оп. Добрый вечер. Это мне нравится. Рак уже близко. Аккуратно. Назад. Ух. Получи. На 701 нам дал. И этому конец. Мы выжили. Мы выжили. Сейвимся от арты. Так, господа. Сумма уже 4500. На 7-м левеле. 5 фрагов. Надо ехать за артой. Надо брать воина. И Сташка катается на правом фланге глубоко. Надо просто смело ехать за артой. Ребят, прожимайте лайкосы. Подписывайтесь на канал. А мы и дальше будем снимать видосы по шикарным реплеям. Вот. Шикарная игра на челленджеры. Команде противника, правда, челленджеру в самом начале боя сильно не повезло. И все из-за союзников его, потому что ЛТ противников сотворили дичь. Все просто. Так, ищем арту. Танки. Так, а вот и арта. Стреляем быстрее, пока, наша арта не забрала ее. Добивай. Есть. Все, воин еще есть, 6 добавлю. Фрагов. Блеск, шик, красота. Так, так, так. Где же она? Вот она. Пришло подкрепление. Ах! И это все уже близко. Есть. Держу цель. О, хорошо, наша промазала. Будет больше. Вот такой красивый бой, ребята. Нет, прожимаем лайкосы. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик.